В регионе может появиться Арктическая лига КВН. С предложением о ее создании выступили местные КВНщики на встрече с Александром Цибульским. Архангельскому клубу веселых и находчивых уже больше 16 лет. Движение постепенно растет. К примеру, областной фестиваль КВН этого года собрал 20 команд. Создание Арктической лиги позволит приглашать на игры коллективы из соседних регионов, в том числе известные всей стране. Сегодня становится все более и более популярным и КВН, и стендап, и импровизация, и все то, что связано с юмором. Мне кажется, это замечательная возможность для молодежи области проводить свободное время. А если нам еще удастся создать Арктическую лигу и объединить еще всех наших соседей, я считаю, что мы должны быть впереди арктической повестки, в том числе и в части юмора. Глава региона также поддержал инициативу проводить региональный кубок КВН на приз губернатора области.